Сегодня первой на сцену выйдет Виктория Петрович. Она уже пробовала свои силы в прошлом сезоне. Тогда она не смогла пройти все испытания тренировочного лагеря и покинула проект. Посмотрим, как далеко Виктория зайдет в этот раз. Здравствуйте, меня зовут Виктория Петрович. Виктория, здравствуй. Здравствуйте. Ты к нам снова. Да. В прошлом году была не очень удачная попытка. Да, я знаю. Но ты для себя не сделала никаких выводов, решила попробовать еще раз, или ты... Да, я буду снова. Меня зовут Виктория, мне 41 год. Я с города Воложина. Ты сидела по тяжкой статье? Ну да. Это убийство было? Да. И сколько ты отсидела? 10. Я тогда прошла блокастинг тоже где-то здесь в Минске. Мы отмечали конкурс. С друзьями? Да. Получилось так, что когда мы там сидели, вот, он схватил нож, прыгнул на подругу. Ну, я непреднамеренно это сделала, потому что я его не знала. То есть ты спасла человеку жизнь, по сути, да? Да. За это отсидела 10 лет. Когда приехала с кастинга тогда, ну, с тренировочного лагеря, маме не понравилось, она мне взяла с лук, короче, сломала мне ребра. После этого она выкинула меня сразу на улицу. Все, потом я уехала в Москву. И в Москве буквально я пробыла полтора месяца. Я начала понимать, что что-то не так с грудью, ну, что-то начало обнаруживаться. Я приехала в Воложин, пошла к лучшему врачу. Ну и сразу она выставила диагноз, была уверена, что онкология. Мама в курсе? Конечно, она в курсе всего. И много кто пытался поговорить с ней. Она говорит, для меня ее нет, она умерла. Я никогда не чувствовала себя любимой. Я все-таки благодарна то, что у меня появилась эта болезнь, потому что я на многие вещи стала смотреть по-другому. Бывают моменты, когда мне намного хуже, что я вообще ничего не могу. Я как бы торможу, шататься могу. Должны были сегодня госпитализировать, но я сказала, что нет, я обязана поехать на кастинг. Даже если я упаду, но я буду на этом кастинге. Я приехала, и я думаю о том, что а вдруг вот перед смертью мне раз и повезет. И я хотя бы, пусть месяц, два, год, два, сколько мне боженькой отмерено, но я почувствую себя счастливым человеком. Что будешь петь? К единственному нежному успенская любовь. Ну что ж, удачи. Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение. Почти любовь, почти падение с обрыва. Я знаю тайну одиночества, его загадку. Слушай, ну круто же получается у него, смотри, класс. И сон, который должен кончиться красиво. Ты единственному
нежному, скучая и тоскуя. К далекому и грешному бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. Как будто все по-прежнему люблю я. Спасибо. Знаете, я вас не узнал. Вы очень изменились. Вы очень похорошели необыкновенно. И внешне, и артистически, и вокально. Вас вообще не узнать. Спасибо. Очень сильное выступление. Я изумлен. Я даже потерял дар речи. Да, сильно. Я говорю вам да. Спасибо. Браво! Супер! Виктория, спасибо, что не опускаете рук, безусловно. Это важное качество по жизни. Если бы я воспринимала только голос, не через призму ваших поступков, то, возможно, я бы также была очарована. Но вы не вызываете у меня человеческой симпатии, к сожалению. Я говорю вам нет. На мой взгляд, это было... Ну, по крайней мере, вы старались, чтобы это было искренне, поэтому я скажу вам да. Спасибо вам огромное. Спасибо. А ты помнишь, как это было в прошлом сезоне? И тогда с большой натяжкой я тебя взял, вот, и ты обещала в тренировочном лагере устроить там просто фурор какой-то, все, и потом просто там спеклась и все. Смотри, у нас очень высокая планка, и отбираем особенных ребят. Я поверю тебе, ты проходишь тренировочный лагерь, там посмотрим. И старайся. Спасибо. Пока. Вот ты сейчас вышла и исполнила песню, ну, как, действительно, как последний раз. Такое впечатление, что ты вот открытой грудью на амбразуру идешь и все. То есть все, ты в этой песне родилась и умерла. И это было красиво. Понимаешь? Не будет лучше уже. Или ты на самом деле хочешь идти дальше и бороться за победу? Я хочу идти дальше и бороться однозначно. Пока я здесь хожу, пока живу, я буду идти. Скажи, а как ты хочешь пройти дальше? За тебя люди должны голосовать. Ты думаешь, люди будут за тебя голосовать с твоей историей? Почему Ольга тебе... Думаю, да. Думаю, да. А я так не думаю. Но история-то уже в прошлом, друзья. Но прошлое характеризует человека. То, что человек совершает в прошлом, это значит, он это способен. По закону она искупила как бы свою. Речь о другом, да, что люди все равно не смогут воспринимать тебя, твой образ в отрыве от того, что произошло. Нет у меня права сказать тебе «да». Просто это против технологий, это против всех законов шоу-бизнеса. Но я говорю тебе «да», потому что иногда должно такое происходить. И убийца иногда может нежно убить исполнением своей песни, что тебе удалось. Это было очень круто. Спасибо. Спасибо. Он тебе второй шанс дал, Серега. Спасибо большое. Так, подожди. Все, успокойся. Ты прошла дальше, ты сделала шаг в своей жизни. Тот шаг, который очень хотела сделать. У тебя все будет хорошо.
Я хотел спросить, каково было сейчас на сцене, но я все вижу. Первый раз не так переживала, сейчас вообще. Переживала? Переживала? Ну, держись. Ну, я тебя поздравляю, это слезы радости. Ты молодец, правда, молодец. Вот так они должны выступать. Это, ну, это настолько нерв был прям. Ну, про нерв я согласна. Она спела почти так же круто, как Успенская это поет. Ну, может, даже отлично. Где-то... Она работала над собой, понимаем. Это видно.